Бедные три конверта, о них чуть попозже. И пришло время еще раз пригласить на сцену всех наших красавиц. Аплодисменты финалисткам конкурса «Мисс Россия 2010». Дамы и господа, ваши аплодисменты нашим красавицам. Это очень волнительный момент для них. Дамы и господа, ваши аплодисменты. Конкурс «Мисс Россия 2010 года» подходит к своему логическому завершению. И от лица всех мужчин России и ближнего зарубежья мы благодарим устроителей сегодняшнего прекрасного вечера за ту сказку, которую они нам подарили на этой сцене. Для награждения победительниц на сцену приглашаются мисс Вселенная 2009 Стефания Фернандес и мисс Россия 2009 София Рудьева. Встречайте! Пришло время узнать решение судей. У меня в руках конверт с именем и фамилией второй вице-мисс Россия 2010 года. Ольга Кононенко, город Челябинск. В качестве приза вторая вице-мисс Россия получает право на бесплатное обучение в любом высшем учебном заведении в любой точке планеты. Дамы и господа, первая вице-мисс России. Алсу, пожалуйста, откройте конверт. Итак, первая вице-мисс России Шарипова Ирина, Татарстан. Первая вице-мисс России также получает право на бесплатное обучение в любом высшем учебном заведении, в любой точке планеты. Ваши аплодисменты. Дамы и господа, и мы с вами подошли к ключевому моменту сегодняшнего вечера, самый волнительный миг. Самый волнительный миг, Алсу, и под ваши аплодисменты мы приглашаем на сцену замечательного ювелира, благодаря стараниям которого мы сегодня получили новую корону, корону «Мисс Россия 2010 года. Дамы и господа, Максим Вознесенский, поприветствуем. Передайте эту корону Софии Рудьевой. А сейчас мы узнаем, кто же станет победительницей в конкурсе «Мисс Россия 2010 года». Итак, «Мисс Россия 2010» Антоненко Ирина из Екатеринбурга. Дамы и господа, Ирина Антоненко, город Екатеринбург. Мы поздравляем всех жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Я думаю, сейчас они ликуют перед телевизорами. Ура! Наш генеральный партнер – банк «Русский стандарт». Победительница получит кредитную карту банка «Русский стандарт» со 100 000 долларов на счете.